Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. Пользуясь случаем, поздравляю с наступившим Новым годом. В сегодняшнем видео мы будем вскрывать посылочку из США. Здесь находятся, по моим приблизительным подсчетам, джинсы Левис, майки Левис и прочие приколюшки, которые куплены в Черную пятницу. Поможет нам в этом когда замечательный желтый ножик, участник всех видео. Посылочка, как видите, Priority Mail, наиболее экономичный способ. Но если отправлять какие-то большие посылки, то нужно пользоваться уже Express Mail, USPS. Потому что Priority есть определенные ограничения по объему. Спасибо Алексею за то, что прислал нам пакетики эти целлофановые. Далее идут джинсики Levi's. 501 моделька. Очень много маечек Левис. Вернее, раз, два, три, четыре. Кофточка. Еще четверо джинсиков Левис. И кепочка Левис. Посылка это последняя, самая первая посылка, которая была отправлена, еще не доехала. В итоге получили четверо джинсов, три футболки, одна кофта и кепка. Летний набор. Спасибо за внимание. Покупайте через интернет. Всего хорошего.